Аркуш породжує чорні дірки, квадрати та хрести. Всесвіт, поліплений з мільйонів галактик, зберігає у собі кулясті форми. Зморених екстремістів продукує прямокутні короб. Війна зморених екстремістів продукує прямокутні короб. Все починається зі слів, але які вони? Все починається зі слів. Почему мы вообще в Черновцах? Почему мы говорим о Черновцах? Это фрагмент, это маленький осколок Австро-Венгерской империи, ее культуры. Империя распалась, а территория культуры есть. После 10 лет забытия, когда черновцы были вырваны из европейского культурного простора, сегодня мы переживаем и активно творим відродження черновцев, як однієї з культурних столиць Європи. Я від мене хвала, патрізія Чернів. Бон мтох ям шелха, ולא לדעת שזה הים שלך. ליפול ולהרגיש במחלת ים שאינה נגמרת. אתה העולם הכחול שלא הפסיק לשחות בו, כי אין דרך אחרת. מלבד השחייה הזאת בים הזה ובלוויתן המקועקע על כתפך. אינני מכירה אדמה אחרת מלבד המים שבטורקיז מטביעים ראשי בזרועך. והלוויתן שוחה בבשרי, והייתי בשר מבשרך. והיינו עץ שתול על פלגי מים סוערים אהובים. הנרות דולקים בערב שבת, אש הצתנו. והיינו להבים לשמש של צהריים. על מיטתך הייתי ספוגת שמש, ואמרת לי שאני כזאת ספוגת שמש. ואחר כך קריתי, והייתי לוויתן גדולה ומרוחקת, ולא נגע בנו השקט, אבל נוצר אוקיינוס. Это кайф. Какие штуки, чтобы пробовать?
воздух, который вкусно пахнет. Словам Кайндля он назвал город, что это город удовольствий между Азией и Европой. И это, как бы он так называл, маленькая Австрия, маленький Виден или маленький Париж. А почему? Потому что люди получали удовольствие, именно приезжая в этот город. Это такой как бы был город тихий, красивый, уютный. Хороший отдых. Это красивое времяпровождение. Это был город, опять-таки, вернусь к Каймлю, кавярин, борделев, книгарин. Бордели были великолепны. Это очень светлый город. Где же многие города в Европе, но наш светлый. И это город своего рода эксперимент. Здесь каждый дом – это новое имя. Каждый дом – это кто-то, который решил, что так будет. И получилась вот эта неровность в линиях, это неровность в этажах. И здесь нет практически ни одного дома в чистом стиле. Это был период эксперимента. Сначала он был очень странной славы. Его строили исключительно на отдых и развлечения австрийских офицеров, конечно. То есть его и до этого придумали, его отдали на откуп евреям специально, во-первых, чтобы Вену немножко освободить от такого количества. Евреи, которые сюда ходили, в хорошем смысле слова, были деньги, и им разрешили тут жить нормально, строить, развивать бизнес, культуру. Культура была все-таки, прежде всего, немецкая защита. Я считаю, носителем немецкой культуры, что, в общем, и вернулось, в конце концов, страшной трагедией, смерть из Германии мастер, известная фраза Цилана, то есть для них самое большое потрясение, самым большим потрясением было то, что их убивают те носители того языка, на котором они писали, развивали его. Чтобы не говорить о грустном, то тот период, в котором они все начинали творить, наверное, он был самый хороший в Чернобцах, потому что тогда, как оказалось, они писали все. И мне приятно думать, что этот период возвращается. Может быть, уже они пишут на другом языке, но тут это все время было. Синє дно затоки, а люди – сонні риби, що прорізають ринкове повітря вологістю 99, тоді бродячі собаки, коричневі морські коники із закрученими хвостами, витягнутими мордами і сором в очах. Іноді вони ткнуть вологими носами плавники припливаючих повз рибин і відразу подаються на втіки. Якщо пішохідна вулиця в центрі міста, то синє дно затоки, а люди – сонні рибини, що косяками кидаються з крайнощі в крайнощі, тоді колиськи з немовлятами, що їх так тривожно підштовхують молоді мами, різнокольорові напівприкриті мушлі, повні сподівань. І коли закінчується затока, я зі своїм косяком зверну за ріг пішохідної вулиці, піду шукати інших теплих океанських течій по транспортних артеріях міста та їхніх притоках. А старий кіндрат, що готовить самогонки попер, казав, що театр. Туз, це отой, що для експертиза написала «Тіло прожило діван»? Вені, той самий. Йонатан, так, що театр, що вистава, один хуй. Интересно то, что слушатели имеют возможность при абсолютно комфортной ситуации познакомиться с такими видами искусства, как сама поэзия, как кинематограф, как музыка, электронная, рок, ска.
кинетические скульптуры, это вообще волшебное слово, мало кому понятно и известно. То есть это в любом случае наш фестиваль носит для тех, кому это надо, носит, можно сказать, познавательный, образовательный характер. Because of poetry, because of the two poets. And it seems to me the best advertisement Janowitz can do to focus on poetry and to bring people from wherever they go to Janowitz because of poetry. And the Marianne Festival could be a kind of nucleus, you know, to make Janowitz more known, this contemporary Janowitz. And for me personally, I was surprised to see the city in a very good mood, you know. The houses were well renovated, more or less. The people were very young crowd, with open faces, and it impressed me, you know. And I hope for Janowitz, yeah, sure. Дяди и племянника померанцев, и говоря Славы. Ну и как-то они тут быстро, потому что Слава тут живет, а Игорь давно уехал, напомнить, чем я в центре он вырос, и тут он школу закончил, университет. А потом гражданин мира, зрелости, наверное, захотел вернуться в эти края, потому что его тут не было лет 40. Возвращаться просто так, приехать с чемоданом туристом, посмотреть, приехать на белом коне. Ну, пока удалось, но как будет дальше, я не знаю. Это же спектакль по книге «КГБ и другие стихи». Я знаю драматургов, которые увидят спектакль по своей пьесе или по своему произведению, они очень недовольны, говорят, ну ничего общего с тем, что я написал. Вот, действительно, ничего общего. Я этому очень рад. Это значит найден другой классический язык. Это значит режиссер исследовал слепо буквы. Он искал какие-то образы, какие-то пластические аналоги на сцене. К тому же весь образ Мерех Киахайни, он тоже это на преломлении сделано, на срезе. Но это я уже слегка придираюсь. А в общем, я был очень рад, и я смотрел этот спектакль широко открытыми глазами. Для меня это было открытие. Я не узнал.
по-моему, такая заметная проблема состоит в том, что как бы все меньше и меньше и меньше людей, у которых есть не то что потребность читать, а уже даже и способности читать нет. Она исчезает, как способность понимать написанный текст. На фестивале вы видели 100, 150, 200 молодых людей с замечательными глазами. Приходили, слушали поэзию, изысканную поэзию, слушали немецкую поэзию, причем в переводе и на языке оригинала. Тут эти три мальчика, знаете, они всюду. Ну и там девочка тоже. Просто это сконцентрированное событие, которое притягивает к себе вот этот какой-то там ничтожный процент, да, остатки способных воспринимать. У нас примерно 1% в мире. Что такое? 6 миллиардов, 1%, 60 миллионов людей, которые действительно знают, что они любят, готовы платить деньги за эту продукцию. Благодаря этому существует серьезная литература, артхаусное кино, замечательная авангардная классическая музыка. Мы, когда выступаем на Украине, это просто мы чувствуем себя как Битлз. Музыканты поляки, у них ориентиры где-то так, Residents, Young Gods, Майк Пайтон. А я как бы своей дорогой приходил к этому, ну так и получилось, что как бы это был уже где-то, наверное, 40-й или может даже 50-й концерт, а мне уже как бы начало приносить удовольствие. Начало Индии должно было бы быть каким-то таким ориентальным, но оно на самом деле это стена плача.
Ну, в общем, альбом создан из кусков звуковых там, со всего мира, а видео они решили, портфолио, решили делать как бы в контрасте, то есть в границах одной комнатушки там тесной в Киеве, в общаге, с использованием вот подручного чего-то. Это вода, краска, куклы какие-то, бумага, ножницы, карты. Их ликуют вид стыду и цвяхами теж. Что случилось, камень под горою? Что приснилось и тебе, и мне? Слово откровенное, родное, выше звезд, с землею наравне. С кем мы шли против всего глухого? Шли мы с камнем пропасть заложить. Сердце к сердцу, тяжко было слово, стать весомей легче слыть. Идите, подарем целый мир. Хотите, подарю вам солнце, хотите, подарю всего себя, и снова нате вот, возьмите звезды. Потребители, будьте аккуратны, потребление электроэнергии, и так же копайте за нее, и к нам вам дастся. Интересных людей. Они каждый по-своему интересен.